дорожной фен-сионизацией и тремя температурными режимами. В этом видео мы распакуем фен компании Ravento, модель CV3620. Вместе с прибором в коробке лежит насадка-концентратор и инструкция. Посмотрим, что из себя представляет само устройство. Это компактная дорожная модель со складной ручкой. Есть две скорости, три температурных режима и холодный обдув, который поможет закрепить укладку. Подходящий режим найдется для любого типа волос. Регулируются они переключателями на ручке. Мощность в 1700 Вт позволяет высушить волосы за пару минут. Встроенная ионизация снимает с волос статическое электричество, защищает их от перегрева, делает гладкими и блестящими. В комплекте с феном прилагается насадка-концентратор, которая создает направленный поток воздуха для укладки отдельных локонов или челки. Благодаря длинному электрошнуру сушить волосы можно в любом положении, например, вниз головой. На ручке есть петелька, за которую фен можно повесить на крючок. Также обратите внимание, что заднюю решетку фена легко снять для чистки. Что в итоге? Дорожный фен Ravento CV3620 – хороший вариант для поездок и путешествий. У него компактные размеры и складная ручка, поэтому прибор не займет много места в сумке или чемодане. Функция ионизации обеспечит бережную сушку, а благодаря разным режимам работы фен подойдет для любого типа волос.